Под председательством заместителя главы администрации Амурского муниципального района Людмилы Бессмертных прошло заседание районной санитарно-противоэпидемической комиссии. На повестке дня обсуждалось два вопроса – заболеваемость населения туберкулезом и энтеровирусными инфекциями. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Амурского муниципального района отмечает, что в районе сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости населения туберкулезом. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 49 случаев заболевания активным туберкулезом, что на 11,4% выше показателя заболеваемости аналогичного периода 2012 года. Отмечается рост заболеваемости туберкулезом в поселке Эльбан. В 2012 году 4 случая, в 2013 году 10 случаев. В селах Известковое, Вознесенское, поселке Литовка в 3 раза. Число больных туберкулезом с бактериовыделением, то есть наиболее опасных в эпидемиологическом отношении в первом полугодии 2013 года, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Продолжает оставаться неблагополучной ситуация по туберкулезу среди детского населения. За 6 месяцев 2013 года туберкулезом заболело в 2 раза больше детей, чем за аналогичный период 2012 года. По итогам 6 месяцев план флюорографического обследования населения на 2013 год в целом по району выполнен на 44,5%. Вместе с тем отмечается очень низкий процент охвата флюорографическим обследованием работников коммунального и бытового обслуживания – 16,5%. Население из групп повышенного риска – 8,3%. Отмечаются низкие показатели охвата домашних очагов заключительной дезинфекции после снятия с учета. По-прежнему проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза проводится только влажным методом. Что же касается энтеровирусных инфекций, как правило, этому недугу подвержены дети до 14 лет. Меры профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены и питьевого режима, кипяченая и бутылированная вода, тщательная обработка употребляемых фруктов, овощей с обязательным ополаскиванием их кипятком. В Хабаровском крае в 2013 году энтеровирусной инфекцией заразилось более 100 человек. Есть случаи заболевания тяжелой формы этой инфекции – серозно-вирусным менингитом. Особое внимание уделено обеспечению населения качественной питьевой водой, обеззараживанию сточных вод, проведению санитарной очистки территории населенных пунктов. В рамках мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций в медицинских учреждениях района создан необходимый запас лекарственных препаратов и дезинфекционных средств. В районе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ЭВИ. В 2013 году в Амурском районе зарегистрировано 10 случаев заболеваемости энтеровирусными инфекциями. По всем вопросам, связанных с профилактикой энтеровирусных инфекций, вы можете обратиться к ведущему специалисту администрации Амурского муниципального района Рубцовой Елене Геннадьевне по телефону 2-45-05.